это или не было, поди знай, а как слышал, так и рассказывай. Приехали как-то раз из заморских стран генерал и адмирал. Решили у царя Петра послужить. Явились они в одночасье со своими верными слугами и у царского крыльца столкнулись. Стали гости перед царем Петром выхваляться, свои наряды показывать, себе цену набивать. Посмотрел на все это Петр и говорит: ну что же, гости дорогие, хороши на вас мундиры, даже не знаешь, чей лучше. Только у нас в России лето жаркие, зимы холодные, а служить во все времена придется. Давайте-ка мы у русского солдата спросим, чья одежда лучше. По моему разумению, ваше императорское величество, отвечает солдат, лучше всех солдатский кафтан. Царь Петр рассмеялся, а генерал с адмиралом от злости надулись. Это еще токасать надо, закричали гости. Токасать, токасать! Хорошо. Давайте меж вами троими спор держать. Попросим мы северного ветра Борея, чтоб он покрепче закрутил, а потом его сиятельство солнца, чтоб пожарче грело. Кто стужу и тепло выдержит, тот и спор выиграет. Если гости спор выиграют, по-царски награжу. Если солдат свою правду докажет, генералом сделаю. Завтра же поутру и начнем. Утром вышел царь Петр со свитой на крыльцо. «С чего начнем?» — спросил. «Шары, шары!» — кричит адмирал. «Со стужи!» — еще громче кричит генерал. «А мне все равно!» — сказал солдат. «Любой приказ исполню». «Ладно, пусть будет стужа!» — приказал Петр. «Хватит!» — сказал царь Петр. «Спасибо тебе, братец Мороз! Теперь посмотрим, кто там жив остался». А?
Вот такие дела. Плоховат оказался адмиральский мундир. Но спор ваш не закончен. Посмотрим, как вы жару выдержите. Солнце, ваше сиятельство, начинай. И припомнил служивый, как в бою жарко бывало. Эх, солнце говорит, ты же русских солдат в боях и сражениях видела. Там уж такое пекло бывает, и ничего, живы остались. Зря стараешься, смотри, само не сгори. Значит, и генеральская одежда никуда не годится. Всех победил солдатский кафтан, сказал Петр. Быть тебе отныне солдат генералом. Ваше Величество, усмехается солдат. Но ежели генеральский мундир хуже солдатского, так зачем мне добро на худо менять? Нет, уж лучше я так солдатом и останусь. И то правда. Говорят, с тех пор и царь Петр любил носить простую солдатскую одежду. И надевал ее всегда, когда трудно приходилось.